До празднования Великой Победы остался один день. Муниципальные кладбища готовятся к этому событию особенно. Ведь сотни горожан придут к мемориалам, чтобы почтить память тех, кого уже давно нет в живых. Тех, кто до последней капли крови бился за сегодняшнее мирное небо над головой. На кладбищах в Балино и Соснево идут малярные работы. Привели в порядок газоны, сделали противоклещевую обработку территории. Мы, значит, чистим дорожки, моем индивидуальные надгробия, которых на данном мемориале 4500. Кроме этого, конечно, вывозим мусор и чистим, моем все проезжие дороги на кладбище Балино и Соснево. На кладбищах в Балино и Соснево покоятся более 2000 солдат. Глава администрации Александр Кузьмичев пообещал, что на следующий год, к 70-летию Победы, работы будут проведены более серьезные. Гипсовая фигура воинов Балино была установлена в конце 60-х годов прошлого века. Соответственно, уже больше 40 лет ни мемориал, ни территория вокруг не ремонтировались. Но прежде всего, я думаю, что будут выполнены проектные работы, связанные с заменой плитки и бордюров, которая здесь выполнена, и, соответственно, я думаю, что это место придет несколько иной характер. Акты вандализма в нашем регионе не редкость, а потому муниципальные кладбища патрулируют вечером и ночью наряды полиции. В преддверии праздника охрана порядка на захоронениях особенно актуальна. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.